Без посторонней помощи практически никак. Железнодорожный вокзал. Димитровградец Дамир Шафиев, инвалид второй группы, пытается забраться по скользкому пандусу без перил на платформу. Не удалось. Не получилось попасть и в здание вокзала. К железнодорожному мосту тоже подхода нет. При переходе через железнодорожный путь здесь вообще невозможно пройти, проехать на коляске невозможно. Такая же ситуация и на автовокзале. Там проблема доступной среды стоит с 2010 года. До сих пор руководство автовокзала в полной мере не позаботилось о пассажирах-инвалидах. Очень сложно, практически невозможно, Но я-то более-менее мобильный, поэтому таких сложностей не испытываю. А вот люди, которые передвигаются именно в инвалидных колясках, им только, я не знаю, сопровождающим. Да не с одним. Аналогичная ситуация во многих торговых точках города. С бездействием будут бороться жестко. К такому единодушному выводу пришли проверяющие. Ничего не приспособлено в этих объектах для вот людей с ограниченными возможностями. Ну, в настоящий момент, я так полагаю, наверное, прямо в ближайшее время мы прежде всего представление напишем об устранении нарушений и параллельно будем направлять в суд иски. Татьяна Балванева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.